Первые игровые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen нового поколения оценены в 700 и 800 евро. Мобильные процессоры Ryzen нового поколения компания AMD представила еще в начале января. Однако первые ноутбуки с этими КПА только сейчас начинают появляться на рынке. Компания Asus представила мобильные ПК TUF Gaming FX505DY и FX705DY в один день с анонсом AMD, но тогда не было цен, и купить устройство возможности также не было. Теперь же данные модели появились в магазинах. Итак, за FX505DY просят от 700 евро, а за FX705DY – от 800 евро. Кратко напомним, младшая модель оснащена экраном диагональю 15,6 дюйма, а старшая получила панель диагональю 17,3 дюйма. Сердцем в обоих случаях служит APA Ryzen 5 3550H. Кроме того, ноутбуки оснащены видеокартами Radeon RX 560X, так что их можно расценивать в качестве недорогих игровых решений начального класса. Из остального можно отметить 8 ГБ ЗУ, SSD объемом 512 ГБ и соответствие стандарту MIL STT 810G. Thank you.